Женщине для полного счастья необходимы трое. Возлюбленный, которого она будет любить. Красивый мужчина, поклонник, который ее будет любить и занимать, умный мужчина. И муж, глупый мужчина. Плохо, когда теряешь присутствие духа, но еще хуже, когда теряешь присутствие денег. Больше всего гордись тем, что меньше всего тебе обязано. Сознание царствует, но не управляет. Я всегда счастлив. Всегда. У меня есть термостат, особый внутренний механизм, который не позволяет ничему нарушить мое благостное равновесие. Едва на горизонте появляется крохотная неприятность, как тут же включается термостат, не допуская моих страданий. Трудно привлечь к себе внимание даже ненадолго. А я предавался этому занятию всякий день и час. Цивилизацию создают идиоты, а остальные расхлебывают кашу. На Марсе можно построить только ГУЛАГ. Если путешествия во времени возможны, то где же туристы из будущего? Пространство и время не только влияют на все, что происходит во Вселенной, но и сами изменяются под влиянием всего в ней происходящего. Успех остроты зависит от уха слушателя, но не от языка, сказавшего ее. Ворона грязью перемажет крылья. Никто и не заметит все равно. А лебедь, несмотря на все усилия, отмыть не сможет с белизны пятно. Три правила достижения успеха. Знать больше, чем остальные. Работать больше, чем остальные. Ожидать меньше, чем остальные. Жалость раздают бесплатно, а вот зависть еще надо заслужить. Мне всегда было непонятно, люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства. Для успеха в этом мире значительно важнее уметь проницательно разглядеть, кто дурак, чем увидеть умного человека. Первое, что должен сделать дипломат после международной конференции, это подлечить свою печень. Каким бы путем ни пошло человечество, не может быть все сведено к чистогану, пошлости и побрякушкам комфорта, и за защиту человеческого достоинства можно пожертвовать жизнью. Я не освободитель. Освободителей не существует. Люди сами освобождают себя. Детская дай, даже просто протянутая молча рука должны столкнуться когда-нибудь с нашим нет. А от этих первых не дам, нельзя не разрешаю зависит успех целого и огромного раздела воспитательной работы. Одна из грубейших ошибок – считать,
что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. Да, современная молодежь действительно ужасна, но самое ужасное – это то, что мы к ней не относимся. Бог такой же художник, как другие художники. Он создал слона, жирафа и кошку. У него нет настоящего стиля, но он придерживается новых идей. У меня есть воспоминания, которые становятся яснее, когда не думаю о них. Чем больше вокруг нас падает иллюзий, тем более благородной и уверенной возникает великая действительность. Очнитесь, проснитесь, спящие вечным сном, рабы власти, что продаются за пару монет, говорящие попугаи, что навязчиво повторяют одни и те же бездумные глупости. Мы должны разбудить наше сознание сейчас, а может, сейчас уже поздно. Когда я был молод, я видел иные миры и совершенно других людей. Частицы радуги парили в небе. Нам было так хорошо. Одна из отличительных характеристик нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем. Частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она ни устроилась, бедна. Чем меньше таланта, тем больше гонора. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь где-нибудь ждал меня. В конце концов, это не так уж и сложно. Лучше построить дорогой мост один раз, чем дешевый дважды. Безумные идеи – единственный способ добиться хотя бы нескольких прорывов. На окраинах каждой агонии сидит какой-то наблюдательный парень, который указывает. Слова поднимались над невыносимо обремененными тупыми валами, бродящими по грязи. Слова без смысла, прекрасные слова. Не так-то легко человеку видеть, как рушится система представлений, которые он впитал за много лет. Удивительные вещи можно вбить человеку в голову, если колотить по ней с малолетства. Иногда полезно углубляться в темные стороны бытия. Когда же истина успела так устареть, ей недолго стать и ложью. В дни невзгод человек чаще всего вспоминает о Боге и о своих обязанностях по отношению к Нему. Действующий писатель, чтобы поддерживать свою репутацию, должен или возделывать новое поле, или собирать более богатый урожай со старого. Если слишком себя сдерживать, может получиться так, что и сдерживать почти нечего. Выбирайте человека так, словно вы слепы. Закройте глаза и почувствуйте, что вы думаете об этом человеке, о его доброте,
верности, проницательности, преданности, о его способности позаботиться о вас и позаботиться о себе самом, как о независимом существе. Хотя особенности нашей культуры влияют на многое, и то, что мы видим нашим внешним взглядом, очень важно, гораздо важнее то, что мы видим и воспринимаем нашим внутренним взором, когда наши глаза закрыты. Каждую вещь желание расцвечивает, а обладание обесцвечивает. Нет ничего нежней переписки друзей, не желающих больше встречаться. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Все, что мы видим, это точка зрения, а не истина. Человек живет только в настоящее мгновение. Все остальное или прошло уже, или неизвестно, будет ли. Когда человек возвышается до абсолютной власти, он обычно избавляется от самых близких людей, от тех, кто знает его секреты. Время быстро уносит благодарность, быстрее даже, чем красоту.